Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress от Info, а перед нами Samsung Galaxy M23. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве настроить мобильный интернет. Особенно полезно, если у вас не работает мобильный интернет, покажем вам, как это починить. А и, в общем-то, настроить мобильный интернет довольно-таки полезно, чтобы у вас меньше трафика использовалось, чтобы он работал быстрее и так дальше. Так что давайте начнем. Сперва давайте сбросим наш Wi-Fi до заводских настроек. Делать это нужно только в том случае, точнее, мобильный интернет до заводских настроек, делать это нужно только в том случае, когда у вас не работает ваш мобильный интернет, что-то вылетает, он слишком медленный и так дальше. Если у вас такая ситуация, заходите в настройки, выбираете пункт «Общие настройки», дальше нажимаем «Сброс» и сбрасываем здесь сеть. Важно, что если вы сбросите сеть, у вас сбросятся все Wi-Fi, все мобильные данные, а также все Bluetooth-устройства, то есть все подключенные Wi-Fi нужно будет подключать сначала, вводить пароль и так дальше. Я нажимаю «Сброс настроек», чтобы сбросить мои данные, и нажимаем «Сбросить». Они сбрасываются. После того, как мы сбросили наш Wi-Fi, свайпаем дважды по экрану вниз, видим здесь пункт «Мобильные данные» и зажимаем его пальцем. После того, как мы это сделали, мы можем включить экономию трафика. Тогда наш телефон будет меньше мобильного интернета использовать в фоновом режиме. То бишь нам не будет телефон разрешать использовать приложение много интернета, когда наш экран выключен. Также точнее, не когда экран выключен, а когда мы находимся в другом приложении, да и, в общем-то, когда экран выключен. Хотим или не хотим включать мобильные данные, хотим, конечно же, только мобильные данные. То есть можем сделать некоторые приложения, которые будут использовать только мобильные данные, на Wi-Fi они работать не будут. Можно такое сделать, к примеру, для каких-то банковских приложений и так дальше, потому что мобильный интернет намного безопаснее, чем Wi-Fi в плане кибербезопасности. Можем просмотреть использование данных, то есть просмотреть, как много интернета, когда мы использовали. Также, нажав здесь на шестеренку, можно себе установить лимит, к примеру, лимит трафика, установить 2 гигабайта, то бишь больше, чем 2 гигабайта на месяц мы не можем использовать. Я советую вам, конечно, здесь побольше выбрать, потому что, я думаю, понятно, что в большинстве мы используем больше 2 гигабайт. Также, зайдя в настройки Wi-Fi, зажимаем наш Wi-Fi, нажимая справа сверху на 3 точки, нажимаем «Дополнительно», мы можем включить или выключить функцию «Переход на мобильные данные». То бишь, когда ваш телефон будет видеть, что Wi-Fi, которым вы сейчас пользуетесь, плохой или не работает, он позволит нам перейти автоматически на мобильные данные. Вот и все. Больше видео о данном девайсе вы можете посмотреть у нас на канале. А если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания!